Золотая осень. Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Но каждое время года прекрасно по-своему. Ежегодно 1 октября в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость младшему поколению. Мы благодарны вам за все, что вы сделали, а многие до сих пор продолжают делать для общества, для сограждан. У вас всегда был оптимизм, которому стоит позавидовать. Мы поздравляем всех вас, людей золотого возраста, с Днем пожилого человека. С праздником! На сцене Ольга Васильева и Валентина Тимофеева, а вместе вокальный дуэт «Любава». Рассказ.